Мы – страна труда, и наше государство должно воспевать человека труда. Эти слова президента звучат призывом к действию для миллионов людей. Индустриализация в стране набирает темпы. Множится число производств и предприятий, где трудятся мастера своего дела. Нам завозят сырье, мы его заготавливаем, его пропускаем через печь, нагреваем ее до 960 градусов температуры. Потом она окунается в свинец, охлаждается, затем охлаждается в ванне охлаждение, затем заходит в кислотную ванну, получается травление там, затем опять обмывается, заходит в ванну с бурой, бурируется, затем сушится, и затем уже полуфабрикат выходит на ту сторону, наматывается на шпуле также. Затем после нас уже забирают волочильный станок в другой цех. Если мы заряжаем шпулю, она нам на смену хватает. Одну смену мотается. Вот, допустим, мы один раз поменяли сварку, уже нам она не подходит, следующая смена уже встречает ее. Затем они производят замену, и с таким темпом, короче, мы работаем. Ну, по метражу я не знаю, скажу точно, вес около 2 тонн она весит. Ну, когда как, когда если все нормально идет, 40, 38, 36 тонн по-разному смену вырабатываем. Если все крутится, 22 нитки, тогда вырабатывается около 36, вот так вот тонн сырья. Здесь на производстве я работаю уже 4-й год, как бы самый старенький в этой смене на патенте. Если человек все знает, как бы, на своем рабочем месте, мне кажется, это не, такого сложного ничего нету. Главное все знать основное. Ну, самое главное знать кран и соблюдать технику безопасности в первую очередь. И все, что тут тяжелого ничего нету. Уметь вариться и заправлять там полностью. Это на это надо время. Новенький придет сразу, никак ничего не сможет сделать. По-любому надо научиться этому всему. Спецодежда, обувь, каска, очки, варежки – самое главное. Да, я вначале, когда пришел, первый месяц испытательный срок, затем еще 2 месяца, затем уже все как, научился. 3 месяца мне понадобилось, чтобы научиться на этом стане работать. У нас здесь на этой стороне должно быть 2, по-любому один никак не справится. Вот, Кизата Файтпек со мной работает. Вот. Также у него те же обязанности, что у меня. Мы на этой стороне вдвоем. 2 на другой стороне работаем. Надо зарабатывать деньги. По-любому трудиться надо. Каждая специальность – это целый мир. И о каждой наша съемочная группа расскажет свою историю. Как день за днем, год за годом строится огромная страна – страна труда.